Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала и поклонники компании Арбат Хоумс. Сегодня я не буду вам рассказывать о стройке, я не буду вам рассказывать о проектах, я хочу вам рассказать о городе Мерсин. Сейчас мы находимся в районе Виран-Шихир, это 4-й подрайон Мезетли. Ени-Шихир, Виран-Шихир, Тедже и Соли. Этот район достопримечателен. Я хочу рассказать вам об этом районе и посоветовать вам сюда прийти для того, чтобы увидеть замечательную набережную, сходить на Помпеи, посидеть в замечательном ресторане, отведать рыбки, мороженое, попить вкуснейший кофе. Поехали посмотрим. И буквально недалеко от набережной находится древний город Помпеус. Это очень красивое место. Исторически древние колонны, вы сами видите сейчас на камере. Очень любят это место туристы, молодожены приезжают фотографироваться. И просто люди приезжают посмотреть на древние развалины. Дорожка, прогулочные зоны. Это очень многолюдное место. Мы сейчас снимаем очень жарко, поэтому нет людей для того, чтобы комфортно вам показать всю эту красоту. Поэтому здесь можно провести время не только днем, вечером. Есть лавка сувенирная недалеко. Здесь можно купить какие-то сувениры, напоминающие об этом месте. А мы с вами пойдем дальше на набережную Виран-Шихира и посмотрим, что же там. И вот мы уже на набережной Виран-Шихире. Очень многие мои знакомые и друзья приезжают специально сюда, потому что здесь очень красиво. Много ресторанов, много кафешек с мороженым, с кофе. Но самое главное, что здесь есть, это всегда ветер с моря. И даже в такую жаркую погоду, мы сейчас ведем съемку, мне совсем не жарко. Еще хочу отметить, что турки очень патриоты своей страны. Везде турецкие флаги. Люди, которые действительно любят свою страну. И мы тоже любим Турцию, потому что нам некомфортно, замечательно живется. Сама набережная Виран-Шихира тянется до Марины и дальше. Вы можете взять велосипеды, проехать, прокатнуться здесь и получить удовольствие. Остановиться в ресторане, покушать. Либо же вы можете просто сидеть на лавочке и наблюдать за морем. Очень много зон для отдыха с детьми. Взяли мороженое с собой, пикник устроили на набережной. Это все возможно и ничего не запрещено. Хочу сказать вам, я очень люблю это место, мне здесь нравится, красиво, Помпеи, набережная, рестораны, вообще здесь замечательное место. Если вам интересно еще какие-то районы, пишите, звоните, мы вам ответим, наш телефон вы видите внизу и вообще задавайте нам вопросы, может вам что-то интересно, какие-то особенные моменты, мы вам ответим на эти вопросы. А с вами была компания Арбат Хоумс, меня зовут Оксана, до новых встреч. Жаркий Мерсин, прекрасная погода.